1 июня, РИА Новости. Координационный центр РФ, Ирана и Турции зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, НВФ, в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков. Совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток зафиксировано нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия, сказал он. По словам Цыганкова, на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев. За сутки в провинцию Восточная Гута вернулись 106 человек. Местные жители также возвращаются в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан. Абу-Эд-Духур вышло 502 человека, из них 209 – дети. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии. Решетка. Центр по примирению в Сирии. Решетка».